Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. В сегодняшнем видео предлагаю связать вот такую вот классную стильную сумочку на лето. В мастер-классе я рассказываю свое количество петель и свои размеры. А также по этому мастер-классу вы сможете связать сумочку любого размера. Сейчас я покажу в сантиметрах, какие размеры у моей сумки. Высота 24 сантиметра. Ширина 26,5 сантиметров. У сумочки совсем небольшое донышко, оно занимает буквально 2 рядочка. Если вы сумочку будете наполнять, допустим, то вот так будет донышко выглядеть. Но даже если сильно наполнять не будете, она все равно красиво смотрится. Такую сумочку можно связать для себя за один вечер. Ну или за два, если не спешить. Для вязания сумки нам понадобится пряжа, полиэфирный шнур, крючок, ножницы, ручка для сумки, можно цепочку, вот как я выбрала, либо можно тканевую ручку. Очень много вариантов на Валберисе есть, посмотрите, поищите. И вот такие два полукольца для того, чтобы закреплять ручку. Я полукольца покупала в магазине, но знаю, что на Валберисе тоже есть, видела. Артикул на них оставить не могу. Вот эту ручку заказывала тоже там. Если найду, то оставлю артикул в описании. Так, мои полукольца 3 сантиметра. Ну и магнитная кнопка, либо замочек с подкладом. Но это уже в конце, когда вы решите, какую застежку для сумки вы хотите сделать. Вязать буду из полиэфирного шнура цвета полыни. У меня вот такая большая бобина. В этой бобине 300 метров. Заказывала на Валберис. Артикул оставлю в описании к видео. Буду вязать крючком номер 5. Это полиэфирный шнур 3 мм. Можно взять абсолютно любой шнур 3 мм. Сначала мы набираем цепочку из воздушных петель для донышка. Набираем такое количество, какой ширины нам нужна сумочка. Ширина будет примерная, потому что петельки немножко увеличатся. Я набрала 26 петель. Я провязываю одну воздушную петельку подъема, вот эту вот петельку пропускаю, и вот в эту петлю я провяжу 2 столбика без накида. Дальше мы провязываем столбики без накида в каждую петельку. До конца ряда, вот этого места. Я довязала до конца ряда, вот здесь вот к первой петельке пришла, где мы начинали набирать, и вот в эту вот петельку, самую первую, я здесь провязываю 3 столбика без накида. Из одной петельки вывязываю. Так, эту ниточку мы хорошенечко подтягиваем. И сейчас будем ее вот здесь вот укладывать в полотно, сразу прятать. Теперь мы вот по этой стороне мы провязали, здесь провязали на конце 3 петли из одной. И дальше из каждой петельки мы снова провязываем столбики без накида. Вот эту нитку укладываем сюда. Внутрь петелек. Эту еще хорошенько подтягиваем. Чтобы она в процессе эксплуатации не вытащилась, я ее вот эту вот ниточку
Потом пройдусь обычной ниткой с иголкой, вот там уже внутри петелек. Пока я ее, этот кончик отправлю туда назад, чтобы он мне не мешался. Вот она разлохматилась. Вот это вот все нужно обрезать, чтобы не мешалось. Хвостик отправила назад и продолжаю провязывать. Из каждой петельки столбик без накида, приду вот сюда вот к петельке, где у меня было начало ряда, где я провязывать начала уже. Пришли к началу ряда. Вот у нас первый ряд провязан. Теперь вытаскиваю крючок из петельки и захожу с изнанки вот сюда вот под вот эти две ниточки самой вот этой первой петельки, которая у нас здесь образовалась как петля подъема. Надеваю вот эту петлю последнюю и утаскиваю ее на изнанку. Все, ряд первый провязан, мы его замкнули. Теперь вот здесь вот мы ниточку вытащили. Нам нужно в этом ряду сделать больше прибавок, чем в прошлом мы провязывали. Получается здесь 3 петельки. Здесь мы провязывали 2 и петля подъема. А вот в конце, вот здесь вот, мы провязывали 3 петельки из одной. Теперь нам нужно будет прибавить в середине и от этой середины по краям. Я сюда же, откуда вытащила сейчас, провязываю 2 столбика без накида, затем провязываю в следующую петлю 2 столбика без накида и еще в одну 2 столбика без накида. Вот, мы с этой стороны, получается, сделали прибавки. Если вот, вот так вот потянуть, у нас начало ряда немножечко вот здесь вот в конце, да, получается. Не прям на ребре донышко. Вот, 2, 2, 2. Дальше провязываем столбики без накида просто ровно. Я пришла вот к этому краю противоположному. Здесь я провязала прибавки, провязала ровную часть. Кстати, вяжем за обе стеночки петли. И теперь у меня вот здесь вот с другого краю мы провязывали 3 петли из одной. И поэтому у нас здесь 1, 2, 3. Из вот этих 3 петелек нам сейчас нужно вывязать из каждой по 2 петельки. Вот я сейчас вывязываю 2 петли из первой. 2 петли из второй и 2 петли из третьей. Все, я сделала прибавки с этой стороны. Дальше я провязываю вот эту ровную часть до начала ряда просто столбиками без накида. Довязала до конца ряда, вытащила крючок, вставляю крючок с изнанки опять вот в эту самую первую петельку, это была петля подъема у нас, и надеваю вот эту вот последнюю петлю нашу провязанную и вытаскиваю опять туда через эту петельку на изнанку. Все, ряд у нас соединен, здесь никаких соединений не видно. Вот, мы провязали 2 ряда, получается, с прибавками. Здесь я ничего не высчитывала. Просто вы здесь провязываете, оставляя в начале вот самую первую петельку и в конце одну. Для того, чтобы по обоим краям воздушной цепочки сделать прибавки, нам нужна одна петля в начале цепочки и одна петля в конце цепочки, в которую мы провязываем 3 петельки, а во втором ряду уже из каждой из этих 3 петелек мы вывязываем по 2 петли, по 2 столбика.
Вот, все, это все наши прибавки. Теперь прибавки мы делать не будем. Но еще один ряд мы провяжем столбиками без накида. Уже просто в каждую петельку я делаю воздушную петлю подъема. И в каждую петельку теперь я провязываю полностью по кругу столбики без накида. Здесь уже прибавки мы не делаем. Начиная отсюда, по кругу я все провяжу до начала ряда. Довязала до конца ряда и снова также я соединяю ряд. Снимаю крючок и в первую воздушную петельку подъема завожу его с изнанки, забираю вот эту вот петельку и увожу ее на изнаночную сторону. Все, ряд соединен. У нас сейчас вот этим рядом немножко завернулось полотно. Вот видите, слегка. Наше донышко готово полностью. Теперь мы будем продолжать вязать вверх. Дальше мы будем вывязывать узор. У нас вот эта вот петелька осталась здесь. Я ввожу крючок вот сюда, вот эту петельку. Просто захватываю и захватываю рабочую ниточку. Вытаскиваю через две петли, получается, рабочую нить. Та петелька вот здесь вот остается у нас на изнанке. И теперь мы вытягиваем рабочую нить на высоту, ну, примерно сантиметра, немножко больше даже. Вытягиваем на высоту столбика с накидом. Сейчас мы здесь будем делать не воздушные петли, а имитацию столбика с накидом. Мы провяжем сейчас столбик с накидом. Делаем следующее. Указательным пальчиком фиксируем петлю на крючке. Оборачиваем вот так вот крючок назад. Держим петельку, чтобы она не сползла. Захватываем рабочую нить и вытаскиваем ее сюда на лицевую сторону. И теперь захватываем снова ниточку и провязываем. Вот у нас получилась такая петелька, как столбик с накидом. Еще раз покажу. Вытянули петлю. Хорошо держим указательным пальчиком для того, чтобы петля эта не спала. Оборачиваем крючок вот так вокруг петли, захватываем ниточку, сюда вытаскиваем и провязываем. У нас получился столбик с накидом. Связали имитацию столбика с накидом и теперь провязываем столбики с накидом этот ряд. Но у нас здесь уже идет узор. Сюда, в эту же петельку, откуда мы сейчас вывязали имитацию столбика, мы провязываем столбик с накидом. Пропускаем следующую петлю и в следующую петлю мы провязываем 2 столбика с накидом. Пропускаем следующую петлю и в следующую мы провязываем 2 столбика с накидом. Провязываем так полностью весь ряд до начала. Я провязала полностью ряд. Вот это вот у нас получается как будто бы галочки. У меня получилось четное количество петель. И как раз вот этих галочек у меня здесь вокруг всего. Если у вас получилось, к примеру, нечетное количество петель, то вот здесь вот в конце ряда пропустите не одну петельку, а две петельки и соедините ряд. Могло получиться любое количество петель нечетное, потому что мы здесь ничего не высчитывали. Это зависит от того, сколько вы петель набрали в начале. Снова заводим крючок с изнанки, забираем эту последнюю петельку и вытаскиваем ее наизнанку. Таким образом мы каждый ряд будем соединять для того, чтобы у нас не видно было вот этого вот соединение начала ряда. Все, вставляю крючок в петельку и захватываю эту петельку, захватываю ниточку, вытаскиваю петлю на лицевую сторону. Сейчас мы вышли, получается, в середину галочки. Провязываю
воздушную петельку подъема одну, она у нас сейчас считается за петельку. Сейчас мы будем провязывать столбики без накида. Сюда мы уже ничего не провязываем. Дальше мы просто в каждую петлю провязываем столбики без накида. Провязываем полностью весь ряд по кругу. Довязала ряд до конца, и соединение ряда мы делаем точно таким же образом, как мы делали до этого. Заводим крючок с изнанки в петлю подъема, захватываем вот эту вот петельку последнюю и вводим ее на изнанку. Крючок вставляем сюда же, в эту же петлю. Захватываем ниточку. И через вот эти вот две петельки выводим на лицевую сторону. Теперь я провязываю воздушную петлю подъема. И дальше я провязываю еще один ряд столбиков без накида. Полностью по кругу. Весь наш узор состоит из ряда галочек и двух рядов столбиков без накида. Сейчас мы провяжем еще один ряд столбиков без накида. Затем мы провяжем ряд галочек, затем 2 ряда столбиков без накида, ряд галочек, 2 ряда столбиков без накида. И так до тех пор, пока высота вашей сумочки не достигнет желаемой. Следите за тем, чтобы у вас вот здесь вот в начале ряда, в основном вы можете ошибаться, где вот эта вот петелька подъема, количество петель, чтобы у вас было одинаковое. Каждый раз, когда у вас идет ряд вот этих галочек, пересчитывайте их количество, оно должно быть одинаковое. И также здесь не прибавляйте петли, чтобы края вот эти вот были ровные. Я забыла здесь сказать, что нам здесь нужно подшить вот эту ниточку, пока мы не связали полностью длину, потому что потом, возможно, будет неудобно подшивать. Вот я уже даже теперь не знаю, где она у меня была. Но помните, вот она, ниточка, которая у нас оставалась от воздушной цепочки, от наборного нашего ряда, мы ее прятали в полотно, и я сказала, что я ее потом подошью. Вот я ее подшила, я просто прихватываю иголочкой с ниточкой вот к этим вот петелькам с изнаночной стороны, зато она потом не вылезет в процессе эксплуатации, она уже надежно закреплена, ее даже вот не видно, видите, я сама ее еле-еле нашла. Поэтому, пока мы не связали всю высоту сумочки, она у вас может быть любой, лучше подшить сразу, чтобы потом не было неудобств. Не забудьте перед этим ее хорошенько подтянуть. Я провязала всю длину сумочки. Получается, если посчитать по вот этим рядам галочек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядов связала. И после этого связала еще 2 ряда столбиков без накида. Сейчас я буду провязывать ряд еще один столбиков без накида, и в этом ряду я буду прикреплять полукольца по краям, вот здесь вот по ребрышкам, для того чтобы прицеплять ремень сумки. Я вот так вот поворачиваю ребро и вот примерно смотрю, отмеряю, где у меня вот это ребрышко сумки. И вот здесь вот прикрепляю маркеры. У меня вот это полукольцо занимает 4 петельки. Я прикрепляю маркер от этой петли, к примеру, до этой петли, занимая 4 петельки. Вот, 1, 2, 3, 4. И точно так же я делаю с этой стороны. Здесь я уже сделала. Там у меня как раз начало ряда. Вот. Прикрепляем с двух сторон маркеры. Конечно, отмеряем не один раз. Это я условно показала. Сейчас я еще раз буду отмерять. Затем считаем количество петель от этого маркера до этого маркера. Вот это большое расстояние с этой стороны и с этой стороны, чтобы оно было одинаковое. Если там у вас будет погрешность в одну петлю где-то, то ничего страшного. Я все отмерила, расставила маркеры. У меня здесь начало ряда, и сразу у меня здесь стоит маркер. То есть сюда я сразу должна прикреплять полукольцо. Уберу маркер, чтобы он мне уже не мешался. Здесь я эту ниточку присоединила. Пойду немножко назад, вот так, на одну петельку.
Здесь делаю воздушную петлю подъема и со следующей петли уже начну присоединять, вот отсюда начну присоединять полукольцо. Беру полукольцо, прикладываю. Вот у меня 4 петли, но можно сделать даже 5 петелек. У меня тут половинка петли получается уходит, я, наверное, сделаю все-таки 5. Захватываю, прикладываю колечко, через него вот так вот провязываю обычный столбик без накида, подвигаю его, провязываю второй столбик, провязываю третий столбик, четвертый. Так, пятый мне уже здесь, наверное, не позволит провязать, хотя если подтянуть, то как раз можно. Предварительно я отмерила, конечно же, расстояние в 5 столбиков. Здесь у меня одинаковое количество петель получилось. Все, колечко присоединено. С изнанки его не видно. А здесь оно тоже крепко, надежно закреплено. И дальше мы продолжаем вязать столбики без накида. Вот этот вот промежуток до следующего маркера. И в этом месте мы будем прикреплять второе колечко, точно так же, как и здесь я прикрепляла. И затем будем провязывать вторую сторону до начала ряда столбиками без накида. Хорошо, что я здесь захватила пятую петельку. Это полукольцо стало намного плотнее держаться. Уже туда-сюда не ходит. Если бы я одну петельку эту не провязала, то здесь бы оставались вот такие краешки, оно бы более свободно ходило. А сейчас все крепко держится. Все, провязала этот ряд, прикрепила полукольца. И теперь провяжу еще один ряд соединительными столбиками для того, чтобы укрепить вот эту вот часть сумки верхнюю, чтобы она не растягивалась в процессе эксплуатации. Так, петелька у нас уведена наизнанку. Ряд замыкали как обычно. Можно вот сюда пройти, можно опять на петлю назад пройти, как мы проходили, для того, чтобы начать новый ряд. Уйду на петлю назад, провязываю воздушную петельку подъема. Теперь в каждую петельку, так же как мы провязывали столбики без накида, мы провязываем соединительные столбики. Заходим под обе стеночки петельки и соединяем петлю. Вот что получается. Заодно получается вот такой декоративный красивый край и укрепляется. Видите, уже не растягивается. Вот здесь я еще не провязала, здесь более эластичный край. А вот здесь практически не тянется. Провязываем полностью по кругу до начала ряда. Довязала по кругу полностью ряд соединительных столбиков, проложила такую косичку по краю. Соединила ряд, как всегда, с изнанки, изнанку увела. И теперь оставляю вот такой вот хвостик, для удобства оставляю такой, чтобы удобно было его спрятать. Обрезаю. Очень-очень хорошо и туго затягиваем. Теперь отправляемся на изнаночную сторону и будем прятать вот этот остаток нити в полотно. Проходим по вот этому краю внутрь петелек. Так, сейчас мы ее сначала немножко вниз уведем. Можно взять крючок поменьше размером, чтобы хорошенько в петельке он пролезал. Так, я с изнанки вот в эту петельку вытаскиваю, чтобы увести чуть-чуть вниз, и затем
буду под вот эти вот петельки так. Здесь очень туго получается, нужно будет приложить усилия. И еще крючок я не поменяла на меньший, поэтому трудно. Сейчас поменяю крючок, и более легче будет засунуть крючок в петельки. Так, вытягиваем ниточку. И вот как я сейчас сюда засунула, теперь я вот здесь вот под каждую петелечку вот так вот проложу побольше расстояние. Проложила вот такое расстояние. Я хорошенечко эту ниточку подтягиваю, но также здесь распрямляю, чтобы у меня вот здесь вот ничего не стянуло. Теперь я ниточку вот эту обрезаю здесь и беру просто нитку с иголкой и подшиваю вот этот вот остаток нити, который внутри у нас, к петелькам. Эта ниточка внутри просто спрятана, но она никак не закреплена, поэтому она может запросто вылезти, и она вылезет в какой-то момент. Поэтому лучше сразу все сделать. Берите цвет ниток в тон, и тогда у вас вообще ничего не будет заметно. Ну и аккуратнее подшивайте. Все, я подшила, ниточку обрезала. Здесь этого места совершенно не видно. Зато все надежно укреплено. Наша сумочка полностью готова. Осталось только решить, какую застежку для нее сделать. Здесь выбирайте любой вариант. Я, наверное, отдам в ателье, чтобы мне сшили для нее подклад. И можно к подкладу пришить молнию сюда, чтобы полностью застегивалась. Либо просто пришить магнитную кнопочку вот сюда вот внутрь, в серединку, и вот так вот застегивать. Прикрепляем наши ручки. Ручки можно, в принципе, и самостоятельно связать. Можно связать ручки, также прикреплять карабинами, а можно просто отсюда, с этого краешку, просто связать ручку вот так. Но вот такая ручка из цепочки делает вид этой сумки намного дороже. В итоге вот какая у нас сумочка получилась. Донышко у нас вот такое вот небольшое. Но оно и не должно стоять, и оно не выглядит некрасиво. И вот этот вот узор на шнуре, именно вот эти галочки, не видно сильно, что они галочки. Если бы мы вязали просто из пряжи, то тогда они бы совсем по-другому выглядели. Но именно из шнура так красиво получается, какая-то изюминка, вот эти галочки именно придают такой узор, изюминку. Мне очень нравится, очень красиво получилось. И размер как раз такой, самый подходящий. Камера немножко цвет искажает. На сумку моего размера ушло меньше 200 метров. Вот у меня в бобине было 300 метров. Но там было не 300, а 250, наверное. И вот где-то 50, наверное, осталось. Может быть, даже больше. Если вы будете вязать такого же размера, как у меня сумочку, то тогда 200 метров вам вполне хватит. Можно же покупать не такие большие бобины, а маленькие по 100 метров, к примеру. Если такого же размера, то я думаю, что там от 200 метров даже останется еще. Все, наша сумочка полностью готова. Осталось сюда только сделать кисточку и прикрепить, но это по желанию. Сумочка самодостаточная, поэтому украшения даже никакие к ней не требуются, но я все-таки решила прикрепить кисточку. Как сделать такую кисточку, есть отдельное видео, ссылочка будет в правом верхнем углу, переходите. Вот так буквально за два вечера можно связать себе стильную сумочку на лето.
Кому понравился данный мастер-класс, не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Свои работы по моим мастер-классам выкладывайте по тегу, который указан на экране. Так я буду вас видеть. Также отмечайте меня, когда выкладываете работы, связанные по моим мастер-классам. Ваша обратная связь – это лучшая мотивация для создания новых мастер-классов. Всем приятного вязания!